Всем привет, с вами Дмитрий Ванпоинт, и мы продолжаем проходить новое дополнение для Need for Speed образца 2015 года. И как вы видите, я выбрал свой дрифт-кар, а это значит то, что сейчас у нас будет дрифт-соревнование. Ну что ж, друзья, предыдущий раз у нас был довольно-таки неплохой. Мало какие гонки мы проходили по 5 раз, перепроходили. Вот, последняя гонка у нас была вообще отлично, с первого раза сразу же всех обогнали спокойненько на нашей Феррари. Феррари шикарная. Сейчас я на Шевроле поставил турбиночку небольшую. Оп. Теперь наша машина должна быть помощнее. И, следовательно, более шустрой. Но насколько лучше она будет дрифтить, это нам остается еще узнать. Ну что же, погнали. Это дрифт-челлендж. Наши любимые дела. Дрифт — это все мое. По крайней мере, дрифт я тут со второго раза еще в этом дополнении не проходил. А то такое было однажды при прохождении НФСа. Так, ну что же. Машина, я чувствую, стала жестче, быстрее. Поможет нам это или не поможет? Если, конечно, не поможет, придется потом вернуться в гаражик и убрать нафиг эту турбину. Так, соревнования по дрифту. Ну что же. Достойных почти нет, он говорит. Все пихаются. Спасибо, Эдди. Тогда вернемся к заезду. Ну, машина-то. Да, теперь мощность у нее есть явно. Вы посмотрите, как едет. Ох, хороша. Ох, хороша. Просто шикарно. Но тем не менее, смотрите, по очкам-то ребятки не отстают от нас. Ой, задели. Это печалька. Машина просто потрясающе управляется. Дрифт на грани фантастики у нее. Так, тут скорости не хватает. Немножко уже выпрямился. Очков набрали более чем нормально. Вряд ли боты нас теперь догонят. Но, тем не менее, еще можно подрифтить. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это была подстава. Вот этого я не ожидал. И уйти даже не успел. Сто 84 тысячи. Вот это я не рассчитал снова. Ну ладно, 193 тысячи. На 100 тысяч мы обгоняем вот этого шустряка. Воу-воу-воу. Что ты творишь, друг? Мог бы не разворачиваться. Вот так вот мы с нитросом спокойненько проходим эти повороты. Вот тут мы уже врезались. Воу! Чувак там тоже впилился неплохо. Ну, в общем, первый, это было логично. Здесь я не лажаю, дрифт это тут... Ну, по крайней мере, здесь не очень был сложный. То есть, стоило оторваться от их компашки, дебилов, ботов, и все, и мы спокойненько. А вот Эдди звонит. Привет, это Эдди. Привет, это Эдди. Как будто ты бухал 3 дня, Эдди. Так, что у нас там? Гонка по центру города. Это у нас 9-я гонка.
Так, я понимаю, что это гонка, значит, надо менять машину. Вот все равно, вот не убрали они эту вещь, вот не убрали. Лучше бы сделали, как в Декру, что можно по вызову телефона выбирать тачку, которая тебе нужна, и моментально поменять. То есть не надо, чтобы телепортироваться в гараж. Ну ладно, в Декру там, конечно, это нужно физически, потому что, ну, каждый раз телепортироваться по огромной карте, ты устанешь просто. Но здесь карта, ну, я бы не сказал, что тут прям вообще маленькая. Могли бы хоть сделать сразу выбор машины. Вот это было бы замечательно. А то так как-то, ну, тоже не круто смотреть на заставки. Ну, точнее, не на заставки, а на загрузки. Ну что же, мы будем надеяться, что нас Феррари не подведет. А то что-то в последнее время мне не нравится, как у меня на ней получается ехать. Тягайся в скорости с другими игроками, ля-ля тополя. Что же, надеюсь, это будет предпоследняя серия, и в последней серии мы, наверное, уже полностью пройдем это дополнение. Если, конечно, последняя гонка не будет там... Воу! Молодец, чувак, красиво проехал. Заезд 9. Ох, и жарко тут. Пройдено, отлично, очень напряжно, опять молчал, ну, что поделать, друзья, простите меня за мое молчание, но тут просто по-другому никак, вы сами видели, очень такая гонка прям напряженная, на максималке возможностей, что своих, что машины приходится ехать. Итак, это 9 из 15 челлендж, не будем слушать все эти диалоги с Эдди, смысла в них нету, что он мне там скажет, ты говнюк, там, ля-ля-то-поля.
мы потом тебя сделаю, все дела, короче, вот это, как всегда. Как всегда, нас будут устрашать, во всех играх обычно так всегда и происходит. Ну что же, десятый эвент. Начинаем события. Я надеюсь, что он будет у нас хороший. Без всяких проблем, когда не мешались предыдущие гонки. Да, будем следить за копами. Окей. Погнали. А ну пошли вон. Так, ребятки, ну я вас прошу по-хорошему пока. Вот будет по-плохому. Блин. Ах, вы, значит, вот так, да? Ну ладно. Не хотите по-хорошему со мной договариваться? Я понял вас. Ну, машина, едь давай. Что она не ездит, боже мой. Да едь уже. Да какой это идеальный момент? Это не идеальный момент, меня обогнали. Нитро мой лучший друг. Если бы не нитро и заборчики, я бы не знаю, как я эти гонки выигрывал. Шел вон, толстый джип. Еще бы мне тут лимузин посреди дороги поставили. Что-то подозреваю, что они это могут сделать. Практически. Да, ё-моё. Вау, что это за мега-буст был? Опять забор задели. Прошли. А вот здесь вот с дрифтом. Ну, немножко передержали. Опять немножко передержали. Что с тобой? Едь, едь. Боже мой, едь, пожалуйста, последний круг. Не хочу залажаться так же, как в предыдущий раз в последнем кругу. Да, это, кстати, второй раз прохождения моей гонки вот этой. Потому что в предыдущий раз я решил вот здесь срезать, но не заметил, что там контрольная точка. И в итоге просрал гонку. На последнем кругу, прикиньте. Ну ладно, тут это было все несложно. Надо единственное машину поднастроить. Особенно если следующая гонка сейчас будет спринт. Это прям обязательно. Да Эдди, ты заколебал звонить, иди нахрен. Так, давайте в гаражик зайдем. Надо отключить стабилизацию заноса, нахрен. Она мешает. Не могу вовремя прекратить свой занос. Это полный отстой. Так, вот здесь и у нас система заноса тормозит. Вероятность пустить машину заносит. Система стабилизации отключена, система заноса торможения включена. Все правильно. Так, ну ладно, следующая гонка у нас какая? Надеюсь, не дрифт, а то сейчас будет печально, что я выйду из гаража, и это будет дрифт-гонка, и мне обратно в гараж идти. Это будет жесть, конечно, полная. Так, ну. Ну.
Так, следующая гонка. Какая у нас? Дикая кольцевая гонка. За это смогут мчаться на пределе. Ну, погнали. Раз лучшие смогут мчаться на пределе, я определенно лучший. Мне кажется, это так. И сейчас мы посмотрим, так ли это или нет. Начинаем события. 11-й заезд Эдис Челлендж. Таких гонок еще не было. Заезд 11. Да, понял я уже, что это опять гонка на время, да? А, нет. Ну и хорошо. Воу! Машина! А, ребята, я не могу с ней справиться, она постоянно дрифтит. Просто капец. Ай, зачем я выключил этот? Боже мой. Офигеть. Если я на такой машине пройду, то я просто мега красавчик. Фак, нет, я не красавчик. Все они объехали, а мне обязательно врезаться надо. Просто каша мала. Ну все, это залет, пацан. А нафиг в гараж. И делаем вот так. Вот так, вот так. Руля. Так. Так, вот так, вот так. И. Так. Ну все, прокачали. Давайте попробуем пройти этот эвент. Не знаю, как получится. Как у нас с конфигом автомобиля. Надеюсь, все хорошо. Это самое главное. Ну-ка проверим. В дрифт ее не несет. Да, особо вроде не несет. Единственное, ей угла не хватает колес. Да, дико угла не хватает. Ладно, по-другому настраиваем тогда. Давай быстрей. Да, это печаль, конечно. Так.
Так, значит, теперь меняемся по-другому. Давление чуть меньше, отклик руля больше, угол поворота больше. И это делаем вот так. Все. Погнали. Теперь должно все быть окей. Надеюсь, с таким углом поворота ее не будет сильно кидать по улице. И нормально, мы будем входить в повороты. Давайте сейчас протестируем. Ой. И здесь. Но вроде бы нормальный угол поворота. Да, мне нравится. Все вроде хорошо. Давайте попробуем пройти эту гонку. А, телепортируемся. Это у нас какое событие? 11-е получается. Мы уже чуть-чуть и будем все на финишной прямой. 11-й заезд Эдис Челлендж. Таких гонок еще не было. Заезд 11. Ну что, погнали. Но... Оу, ручник, ты слишком сильный, блин. Мне вот интересно, почему они не врезаются, а я врезаюсь. Это неинтересно так. Хочу, чтобы боты тоже врезались. О, теперь мне нравится, как машина настроена. Да блин, все сшибает и при этом так быстро едет. Чувак, ты меня раздражаешь. Нельзя на Мерсьелога так быстро ездить. Нельзя. Как он так в повороты эти ходит по 90 градусов? Да что такое, блин? Да почему я не замечаю этот сраный поворот? Короче, чтобы у них выиграть, нужно их калечить просто, я понял. Их калечишь, и все нормально. Гонки выигрываются. Отлично! Вот этого я и ждал, вот этого я и ждал. Пипец, конечно. Жесткая гонка была. Очень жесткая. У меня тут даже машина, когда ее бот ведет, тоже едет как алкаш. Значит, Трэвис не просто так. Да, Трэвис не просто так.
Итак, друзья, всем спасибо за просмотр. На этом наша часть, третья, прохождение нового дополнения Moonfest закончена. С вами был Дмитрий Ванпоинт. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, ну и писать интересные комментарии. Всем пока-пока!